Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Разберем, нужен биометрический паспорт в Евросоюзе. Украинцы с биометрическими загранпаспортами смогут въехать в Евросоюз без проблем. Если такого паспорта нет, нужен любой документ. Внутренний паспорт, просроченный загранпаспорт или свидетельство о рождении для детей. Тогда пограничникам будет проще установить личность. Друзья, также Еврокомиссия приняла методические рекомендации пограничникам стран Евросоюза, граничащим с Украиной. Они должны обеспечить пересечение границы украинскими переселенцами. Для этого пограничникам советуют ослабить контроль. Полноценную проверку следует проводить только если существует сомнение в идентификации личности или есть основания полагать, что человек может нести угрозу, например, террористическую. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы знать свои права за границей. Увидимся в следующем видео.